Для родителей ребенок, конечно же, лучше всех, но своим талантом можно удивить всю страну. В Иванове состоялся первый, но не последний, как уверяют организаторы, кастинг участников программы «Лучше всех». Свои заявки направили родители 60 ребят. Для меня было удивлением, дети маленькие, которые отжимаются 500 раз, и пресс 300 раз качают, демонстрировать будут, и чемпионы по карате, чемпионы Европы по борьбе, танцоры, вокалисты, чтецы, кинологи, кулинарные способности придут сегодня демонстрировать свои, художники. Даже дизайнер одежды, девочка 11 лет, и роспись по ткани. Вот. Настя Шумарина в свои 5 лет серьезно занялась изучением Солнечной системы. «Спокойной ночи» рассказывали про планеты, и мне тоже захотелось. Дальше мы стали учить планеты Солнечной системы. Познание в области астрономии – не единственный ее талант. В 4 года девочка уже научилась читать. Память у нее прекрасная, она, кроме этого, занимается танцами. И, в общем, талантливый ребенок. Решили попробовать, почему бы и нет. Лимита, сколько именно талантливых ребят надо отобрать, нет. Программа выходит часто, и участники нужны. Если у ребенка есть харизма и большой талант, то шансы попасть к Максиму Галкину велики, даже если дети с похожими увлечениями уже побывали на шоу. У нас есть повторения, конечно же, но дети всегда разные. Сами по себе, сами дети, как они говорят, как они себя ведут. Сами дети разные, даже с может быть, одинаковыми талантами. Да, конечно, нам тоже всегда что-то хочется удивительного, неповторимого, безусловно. Вот у нас, например, пока еще не было флориста. Вот очень мы ищем флориста. Если есть, пожалуйста, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Кто именно попадет на голубые экраны, решит креативный директор в Москве. Счастливчики уже могут оказаться на телепрограмме через месяц. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.